неплохо. Аривидуха классная. Вот это да. Когда они заложили на этом месте камень. Классно, видуха, первый, да? Камень крепости. А. Вот здесь стоит Благорега, около то ли в Монако, то ли вниз, и не ясно. На высоте. Дворец Гримальди находится на скале, Монте-Карло тоже находится на возвышении, поэтому нередко в 19 веке люди, которые проигрывались в покупках, ехали на территорию Монако. Вы видите, это огромное государство фактически, да? Такой Титаник. Ну и вот, а я вам хотела еще сказать, что значит, здесь же, вот там, вот, где стоят сейчас припаркованные яхты, здесь же проходит как раз территория, точнее, трасса ежегодного гран-при Формулы-1. Одна из самых престижных гонок в чемпионате Формулы-1. И она собирает толпы народа, по официальным данным, до 4 миллионов собирается здесь, на территории вот этого маленького княжества. Чтобы подышать. Здесь Монако, здесь, смотри, прямо обрыв идет, прямо вниз обрыв. Ничего себе. А вон там море Средиземное. Пошла, да. Я как Ленин был, в пост стоял. Там закрыто. Вот как это настроили Монако. Монако – официальное название Княжества Монако. Это карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря, на суше граничит с Францией. Широкий интерес к Монако пробудила свадьба в 1956 году тогдашнего правителя князя Ренье III. Вступил на престол в 1949 году с голливудской актрисой Грейс Келли. Монако расположено на юге Европы, на побережье Лигурийского моря близ французского Лазурного берега, в 20 километрах к северо-востоку от Ниццы. На суше княжество граничит с Францией, департамент Приморские Альпы. Площадь страны составляет 2,2 квадратного километра. Длина береговой линии – 4,1 километра. Население. По оценке 2019 года – 38 100 человек. Является одной из самых маленьких и наиболее густонаселенных стран мира. Княжество. Широко известно благодаря казино в Монте-Карло и проводимому здесь этапу чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако. В 1993 году Монако стало полноправным членом ООН. Казино Монте-Карло, расположенная в крупнейшем районе одного из самых маленьких государств мира. Монако входит в число старейших игровых заведений планеты. Оно же является первым на Старом континенте игровым домом, популярность и престиж которого с годами не уменьшаются. Пожалуй, в мире больше не найти казино более величественного и пользующегося такой же известностью, как казино Монте-Карло.
казино Монте-Карло. Комплекс заведений веселительного характера, расположенный в Монако. Эклектичный ансамбль с созданием казино как центральным элементом. В первой половине дня Монте-Карло функционирует как туристический объект. С 14 дня – непосредственно как и горный дом. Поразительное зрелище мы видим. На лобовом стекле Мазерати, на куске картона, написано от руки фломастером. Не по-французски, не по-немецки, а по-русски. Руками не трогать. Можно подумать, это мы где, в Монако или в России? У гостиницы в спальном районе, в провинциальном городе. Театр Монте-Карло, казино Монте-Карло. Это небольшой район Монако. Николаевская кличка. Я его. Самые крутые люди на свете. Всякие люди. Нет, ну всякие люди.